Деякі заспокійливі перетворюють людей на овочі. А Біфрен знімає стрес і зберігає мозок активним. Біфрен. Працюй спокійно та ефективно. Жанна, у меня ЧП. Нет, не по телефону. Желательно не в помещении, да. Давай в парке. Да, давай в парке, на нашем месте, и все. Давай срочно. Маша, привет! Жан, спасибо, что пришла. Но у тебя был такой голос по телефону, как будто тебя окружили маньяки. Это вот хуже. Смотри. Что это? Скрытые камеры в квартире нашла. Серьезно? И где? Да везде. В спальне, в гостиной, в кухне. Везде. А ты уверена, что их там больше нет? Я достаточно хорошо все осмотрела. У меня другой вопрос. Зачем они вообще там были? А ты сама как думаешь? Я пока не знаю, но давай сопоставим факты. Меня поселили в квартиру, заплатили за это, по сути, ни за что. А потом в этой квартире я обнаружила камеры. Идеи? А вдруг это что-то наподобие реалити-шоу? Ну, знаешь, у богатых есть такие развлечения подглядывать за чужой жизнью. Представь, что видео с этих камер сливалось на какой-то закрытый канал в интернете. И люди платили за это удовольствие. Слушай, может и так. Я в квартире не нашла мужских вещей, только женские. Может, это вещи его жены? Ну, ему так на вид лет 60, а там вещи молодежные. Но если только у него жена совсем молодая. Ну, может, квартира, где он прячет своих любовниц. А я тогда здесь при чем? Ну, а с этим ты что будешь делать? Да ничего, вот.
Жаль, что ты не можешь с ним связаться. Я написала ему на e-mail. Сейчас. А это кто? Скрытый номер. Он? Ну, скорее всего, он со скрытого. Кто мне еще будет звонить? Алло. Ты зачем камеру убрала? А зачем вы ими напичкали всю квартиру? Что это вообще все значит? Погоди, не заводись. А как я должна реагировать? Куда вы все это выкладывали? Это онлайн какая-то трансляция? Реалити-шоу? Это... Не говори ерунды. Камеру я для себя ставил. Подглядывать, правильно? Погоди, зачем мне подглядывать? Я же должен тебя как-то контролировать. А то ты, может быть, и в квартире не бываешь, прическу сменила. Где гарантия? Деньги я плачу немалые. Я выполняю условия, потому что я пообещала. И не надо меня снимать, контролировать. Это бесчестно, это... Хорошо. Не злись. Камер уже в квартире больше нет. Надеюсь на твою совесть. Спасибо за доверие. Рад стараться, как говорится. До свидания. Знаешь что, Машка, брось все это к чертовой матери. Это вообще все непонятно. Что за человек этот Сергеев? Что у него на уме? А с Деминым мы как будем рассчитываться? Не мы, а я. Мне и выпутываться. Мы подруги или как? Ты работу искала? Искала. И что? Ничего. Они спрашивают, а где вы раньше работали? Ну, я и говорю. Они, это та фирма, которая прогорела. Они же подробности не знают. Они думают, что я, наверное, плохой экономист. Но ты им рассказываешь про кражу? Угу. Зачем? Чтобы надо мной еще смеялись? Ах, это та ловушка, которую собственный муж обокрал. Но нет. Буду работать на Сергеева. Ты вот думаешь, что он перестанет за тобой следить? Нет. У меня вообще сейчас такое ощущение, что за мной кто-то следит. Маш, знаешь, что придумала? Я тоже буду за тобой наблюдать. Зачем? Ну вот затем. Знаешь, со стороны виднее, кто тебя пасет. Я буду подходить к подъезду до того, как ты еще вышла. Ты в кафе, и я в кафе. М? А если тебя заметят? Я осторожна, я не буду близко к тебе подходить. Ну как? Дурацкая идея какая-то. Это нормальная идея. Завтра же попробую. Спасибо вам. Да, Жан,
Ну что, заметила кого-нибудь? Заметила. Чутье тебя не обмануло, за тобой следят. Кто? Не телефонный разговор. Приходи ко мне в офис, я буду там. Давай сейчас, да, буду. Жду. Давай, не томи. Рассказывай, кто? Быстро ты добралась. Ты знаешь этого субъекта? Ну да, вот в кафе его и видела. Он не только в кафе. Дальше листай. Он что, за мной по всему городу шатается, что ли? Вот. Он делал вид, что ему до тебя нет дела, а сам явно к тебе представлен. Ну, Сергей. Да, я помню, этот парень подходил ко мне там в кафе, какие-то салфетки спрашивал. Блин, мне его голос показался знакомым. Откуда? Ну, вспоминай, ну. Помнишь этого парня, ну, мотоциклист, который на меня наехал во дворе? Ну? Вот. На него похож. А почему тогда я его в кафе не узнала? Он был в шлеме и в этом всем обмундировании, и разговаривала я с ним 2-3 минуты. С этим парнем все понятно. Он не просто в твоем дворе болтался, он давно тебя сечет. А я знаю, что я сейчас делаю. Что ты собралась делать? Сейчас я напишу Сергееву, это же противозаконно. Сначала камеры, теперь еще шпиона за мной приставил. Что? Я телефон дома оставила. Так, сейчас я... Давай я сейчас быстро схожу за ним. Я с тобой. Не-не-не, ты здесь будь, я быстро. Нет уж. Скажите, вы не видели здесь девушку, блондинку в синем платье? Она в какой-то подъезд зашла, а я не увидел. А, я понял, кто вам нужен. Она вон туда ходит, по ступенькам подняться в офис. Это... Да-да-да-да-да. Это второй... Она, стой! Спасибо, да-да. Стой! Стой, я тебе говорю, иди сюда! Ты, иди сюда! Ты зачем за мной следишь? Тебя кто подослал? Никто, я сам. Не ври. Не вру. Просто ты мне... очень понравилась. Mm-hmm. Ну, помнишь, тогда во дворе я был на мотоцикле? Я помню. Ты тогда уже за мной следил, да? Нет, тогда в первый раз увидел. И что, сразу влюбился, да? Ну, да. Почти. Такое бывает. Откуда ты узнал мой адрес и кафе, в котором я обедаю? Все просто. Ты пошла, я поехал за тобой. Ты все-таки за мной следил? Ну да, получается, что следил. Но я бы себе не простил, если бы упустил тебя. Ишь ты, какой Ромео. Послушай, Те, я просто искал подходящего случая, чтобы подойти и познакомиться. Работаешь на Сергеева, да? Я не знаю никакого Сергеева, я просто хотел познакомиться. Хорошо, и как тебя зовут? Игорь Плотников. Значит, слушай сюда, Игорь Плотников. Не смей ко мне больше подходить. Тебе ясно? Еще раз я тебе говорю, ты ко мне подойдешь, я позвоню в полицию. Я же ничего плохого. Все, до свидания, Ромео. Маш, иди домой, я за ним прослежу. Зачем? Если ты человек Сергеева, мы можем напасть на след. Созвонимся. Только осторожнее там. Угу.
А можно вас на минуточку? Да. Да, Жан. Маш, как ты там? Добралась без приключений? Да, нормально добралась. Слушай, я узнала, где живет этот Игорь. Тут недалеко, на Первомайской. Слушай, я тоже посмотрела в интернете. Он действительно, видимо, Плотников Игорь. Есть у него и странички в соцсетях, целых 3 сразу. И что там? Да ничего особенного, там фотографии с родственниками, а еще какие-то там... Ссылки на этот поиск компьютерной техники. А я знаю больше. Откуда? А я поговорила с соседями. Короче, он работает в сотовой компании, а компьютер — это просто его хобби. Ну, ты знаешь, наше время вполне нормальное. Что-то еще? Ну, у него ни жены, ни девушки, живет один. Правда, его иногда навещает брат и родители, но никого похожего на твоего Сергеева. Да, Сергеева тоже, кстати, посмотрела, но слишком распространенное имя, фамилия. Слушай, ну фамилия, скорее всего, фейковая, так что не запаривайся. То есть получается, что у нас про Сергеева вообще ничего нет? Нигде работает, нигде живет. Слушай, мне почему-то кажется, что этот Игорь не имеет к нему никакого отношения. Слушай, а ты сейчас домой? Домой, но я не спешу. Ты что-то хотела? Да, можешь поговорить с моими нынешними соседями? Подожди, но вроде бы Сергеев запретил тебе с ними общаться. Ну, мне-то да, а тебе нет. Это же не является нарушением условий. Интересная мысль. Хорошо, я попробую. Ну все, давай тогда, на связи. Здрасте. И вам не хворать. Я хочу узнать про одну свою знакомую. Не подскажете? Я тут всех соседей знаю наперечет. Прошу. Итак, кто конкретно вас интересует? Да, Жан. Что она сказала? Хорошо, давай встретимся. Давай там же, где в прошлый раз, в парке. Угу, на том же месте. Да нет, я уже одета. Все, я выхожу. Давай. Так, очки. Телефон. Можно тебя на секунду? Привет. Это ты? Откуда ты взялся? Не могу дома сидеть. Тянет. Перестал за Машку вбиваться, на меня переключился? Ничего не выйдет, я тоже принципиальная. Да при чем здесь это? Скажи, ты Машина подруга? Да, что? Ты тоже думаешь, что меня кто-то подослал? На самом деле уже нет. Но она тебе не верит. Хорошо, объясни мне, пожалуйста, кто такой Сергеев и почему она думает, что он кого-то к ней приставил. Скажи честно, это ее муж? Да она не замужем. Но больше я тебе ничего не могу сказать. Извини, это не мой секрет. Да я бы сам у Маши спросил. Я просто боюсь, что она опять разозлится и не будет со мной разговаривать. Ну, это она может. Она, конечно, вспыльчивая. Особенно она не любит, когда суют нос не в свои дела. Я просто чувствую, что у нее какие-то проблемы. И, по-видимому, серьезные. Без комментариев. Вот. Значит, я в точку попал. А я хочу помочь. Ну, не знаю, как это сделать. Думал, что ты мне расскажешь. Игорек, извини, не уполномочена. Единственное, что я могу сказать, что если ты решил действительно за ней приударить, то сейчас не самый лучший момент. А если... Ну, я не знаю, ты с ней поговоришь и скажешь, что на меня можно положиться, я не подведу. Слушай, я тебя совсем не знаю. Как я могу ей тебя рекомендовать? А если я еще раз сам к ней... подойду. Как ты думаешь, она будет со мной разговаривать? Ну, я не знаю. Я тебе что, сваха? Извини, у меня дело. Деликатное.
давай присядем, я больше не могу. Привет. Привет. Ну давай, рассказывай, что там? Что узнала? В общем, там есть возле подъезда одна бабулька разговорчик. Да, да, знаю ее. На скамеечке все время сидит. Да, так вот, она мне рассказала, что в той квартире, где ты сейчас живешь, жили двое пенсионера. Они года полтора назад уехали в деревню, а эту квартиру купил некий бизнесмен. Сергей. Она не знает фамилию. Он сам там никогда не жил, а поселил там девушку, которая очень похожа на тебя. Она вообще первое время думала, что это ты. Потому что у вас одинаковая одежда, одинаковая прическа и рост одинаковый. И лицом вы как родные сестры. Так вот она что. Как ее зовут? Она не знает. Она говорит, что девушка была очень вежливая, здоровалась и все, но никогда не останавливалась и про себя ничего не рассказывала. Нехорошую историю я влипла. Ты только сейчас это поняла? Да нет, конечно. Просто до этого никак не могла придумать адекватного объяснения. А теперь придумала. Что, если эта девушка, которая жила до меня в квартире, это любовница Сергеева? Они там встречались, да нет же? Ну, я тебе это уже говорила. Ну и где эта любовница? Ну, не убил же он ее. А если убил? Убил и поселил меня, копию этой девушки, чтобы никто ничего не заподозрил. Кто заподозрил? Соседи? Да им вообще все равно, кто там живет. Была и сплыла. Есть другие какие-то версии? Нет. Но в одном ты права. История эта запутанная. И если пока никого не убили, то убить могут. Кого? Меня? Маш, заканчивай ты эти рискованные игры, а? Съезжай оттуда, пока цела. А Демину мы как будем деньги возвращать, Жан? Как-нибудь верну. Как-нибудь не подходит. У тебя своя опасность, у меня своя опасность. Но моя хотя бы какие-то деньги приносит. Если с тобой что-нибудь случится, я себе этого не прощу. Ты же моя подруга. Случится, будешь меня выручать. Подруга, да, но не супергерой. Тебе нужен союзник еще какой-нибудь. Покрепче. Ты на кого-то намекаешь? Ну, хотя бы на парня на этого. Как его там? Игорь, да? Подходил ко мне, расспрашивал про тебя. Серьезно? Угу. Ну, на супергероя он не тянет. Не знаю, по-моему, он ничего. Может, ты зря его прогнала? Возможно, я и переборщила, но что-то я в последнее время, знаешь, на нервах. Mm-hmm. Ну и что, помиришься с ним? Ну, я с ним и не ссорилась. Я подумаю. Официант, можно вас на минутку? Да-да. А, скажите, а вот девушка, блондинка, она вот все время за тем столиком сидит. Она сегодня не приходила? Не видел. Что-нибудь еще? Нет, давайте счет. Хорошо, минутку. Привет. Привет. Я думал, ты уже не придешь. Ты меня в кафе, да, ждал? Да. Ну, я же знаю, во сколько ты приходишь, а сегодня тебя нет и нет, и я уж подумал, что это из-за меня. Нет, не из-за тебя. Я знаю, что у тебя какие-то проблемы, и я хотел бы тебе помочь. За тобой кто-то следит? Слушай, там все очень сложно, и я пока еще не очень знаю, можно ли тебе доверять. Можно. Хорошо, в любом случае, лучше тебе сейчас здесь не находиться. Когда увидимся? Давай я тебе сама позвоню тогда. Да, хорошо. Дашь телефончик? А, да, у меня есть визитка. Вот. Игорь, как и говорил. Действительно, Игорь. Плотников. Хорошо, я. Все, пока. Пока. Жду звонка. Да, хорошо. Не помешаю?
Здравствуйте. Здрасте, спасибо. Буду тебя прикрывать по мере возможности. Спасибо. А я только что с Игорем разговаривала. Опять накричала и прогнала? Даже телефончик стрельнула, он мне визитку, правда, дал. Там Игорь, действительно Игорь. Ух ты, неужели ответное чувство? Да нет, до него далеко еще. Нет, он, конечно, симпатичный, но не такой же степени. Ну, Маш, у тебя от любви до ненависти. Да какой любви, Жан? Официант, а можно мне тоже кофе? Да, конечно. Да, Соня. Сегодня? Да, могу. Жан, привет. Да, чуть-чуть как-то неспокойно мне. Мысли всякие дурацкие в голову лезут. А ты где? А, в полицию вызвали. Ну, хорошо. Да, ничего страшного, наверное. Давай, на связи, иди. Пока. Котеночек. Ну, я в непонятках. Ты меня любишь или нет? Когда мы увидимся? Да. Привет. Не отвлекаю? Котик. А, привет. Да, то есть нет. Я очень рад тебя слышать. Алло, ты что-то отвлекся? Я не поняла. Ты не один, что ли? Вообще-то я тут, сейчас, алло, котик. Сейчас, секунду. Подожди минутку. В смысле, котик, ё-моё? Вышел на кухню, могу говорить. Так ты не дома, да? Не один, отвлекаю всё-таки, да? А, это Соня. Моя постоянная клиентка, у неё вечно комп ломается, вот. И сегодня позвонила, попросила помочь. Это правда? Ну да. А ты скоро освободишься? Скоро. А ты что, хотел увидеться? Я могу за тобой зайти. Давай встретимся возле моего дома. Ну, точнее, дома, где я сейчас живу. В общем, ты знаешь. Хорошо? Договорились. Скоро буду. Ну, хорошо. Соня. Ну, просто я... Ничего. Я все сделал, компьютер работает. Круть. Сколько я тебе должна, как обычно? Нет, денег не нужно. Ты можешь мне выручить и подкинуть в одно место, а то у меня мотоцикл в ремонте. Фигня вопрос? Поехали. Класс, спасибо. Спасибо, кажется, успел. Тебе спасибо. Классный ты парень. Жаль, что у меня Жорик есть. Я бы на тебя запала. Жорику привет.
Маш, а я уж приехал. Да, я вижу. Это и есть твоя клиентка, да? Да. Хорошенькая. Да, подвезла меня, иначе бы я дольше ехал. Поцеловала даже. Ну да. А, нет, ты неправильно все поняла. Да нет, не оправдывайся. У нее есть жених, Жора. Да хорошо, жених Жора. Маш, я просто пойду тогда. Ладно, удачи вам там, с женихом. Маша! Да, всего доброго. Пока. Ой, Игорь, ты! Здравствуйте, тетя Зин. Ух ты, а куда ты собрался? По делам. Ой, при параде, в пиджаке, с цветами. Это что ж за дела такие, а? По работе. Ага, не заливай. Небось, на свидание идешь. Ну, признавайся. Ну, вроде как. Вроде. Ладно, тетя Зин, я пойду. Девушку себе нашел. Молодость. Где ее черти носят? Может, она не выйдет сегодня? Выйдет. Всегда в одно и то же время выходит. Зря мы, что ли, за ней столько секли? Слышь, Крёк, что-то мне стремновато. Может, на завтра перенесем, а? Ага, на завтра. А шефу что скажем? Ну что, она не вышла? Не в квартиру шломиться. Да не дрейф ты, все будет тип-топ. Народу многовато. Подумаешь, одни старушенцы. Да никто не будет мешать, главное все быстро сделать. Она. Пошли. Линяем, Крюк! Ты его не убил хоть? Все нормально. Зараза. Ой! Да.
Ой, боже мой. Господи, что же это такое? Что это такое? О, что с ним? Никак порешили. Эти двое, вы видели их? Они уехали. Это точно? Чужие я всех здесь наперечет знаю. 2 дня они здесь шатаются. Я как Господи. Чувствовала, что они кого-то высматривают. Тихо, тихо, тихо. Ты как? Жив, слава богу. Ты как? Я так боялась, что помер. Знаешь, как его шандарахнули? Ты цела? Да я-то цела, ты-то как? Нормально. Только голова почему-то болит. Голова болит? Ой, смотри. Тихо-тихо. Где кровь? Ой, кровь! Господи, я вызываю скорую. Не надо. Все нормально. Не все нормально. Сиди спокойно, ляг лучше. Нет, ляг, лежи. Я вызываю скорую. Так, сейчас, тихо. Скорую, давай скорее. Как звонить-то, Господи? Алло, это скорая? Тут скажи... человека избили. Да. Слышь ты, козлина, ты что, не мог этого ботана сразу ушатать? Да он ударил меня больно. Сейчас тебя еще босс ударит, и мне из-за тебя еще достанется. А что ты за меня? А из-за кого? Кто бабу отпустил? А ты ее что, не мог в машину сам затащить? Слушай, закрой свой хлебальник, она меня укусила. Еще ты, надо линять. Я бы остался и довел дело до конца. Босс сказал, все сделать тихо и быстро. Я же не знал, что этот хмырь припрется и такой кипиш поднимет. И девка видел, как быстро в подъезд ушмыгнула. Вот ты дебиляр, а? Умный такой, да? Вот сейчас будешь боссу все объяснять, а я посмотрю. Короче. Да не короче тут мне! Слушай, Машунь. На меня напали. Что? Да я ж тебе говорю, на меня напали. Я не знаю, хотели похитить, убить, искалечить. Ты где? Я в первой больнице сейчас. Господи, они тебя покалечили? Нет, не меня, Игоря. Он меня защитил. Ну, надо же. Что с ним? Я пока не знаю. Я как раз сейчас вот жду доктора. Мы в травматологии. Я вот хочу с ним... Подожди, я тебе перезвоню, он идет. Простите, пожалуйста, а как Игорь Плотников? А, ну, точно сказать не могу. Нужно еще сделать МРТ, УЗИ. Ну, кости вроде все целы, но похоже на сотрясение мозга. А сейчас к нему можно? Вы кто ему, жена? Нет, я просто знакомая, но я буквально на минуточку. Это, пожалуйста, это очень важно. Но если на минуточку, только не волновать. Хорошо. Идемте. Спасибо большое. Привет. Ну как это? Лежите. Вам нельзя подниматься. Лежите. Лежи. Игорь, прости меня, пожалуйста, за вчерашнее. И спасибо тебе. Я не знаю, что бы со мной сейчас было бы, если бы не ты. Пустяки. Ну какие пустяки? Посмотри, что с тобой сделали. Главное, что ты цела. Ты знаешь, я ведь даже в тот момент и не боялся. Как увидел, что они тебя схватили, и я понял сразу, надо действовать, и что нельзя ждать, и я люблю тебя. Что ты сказал? Я сказал, что я тебя люблю. Я думаю, на сегодня достаточно. Ему нужен покой. Да, я, наверное, лучше завтра. Да, это... лучше завтра. Я завтра обязательно тебя навещу. Ты пока выздоравливай. Хорошо, да. Давай. Пока. И спасибо тебе. Что сказали врачи? Сказали, что его изрядно побили, но жить будет. Подозрение на сотрясение мозга. Вот скоты. Я все время думаю, кто же это мог быть. Я тоже все время об этом думаю. Вы заявили в полицию? Да, уже приезжали двое, поговорили со мной и с Игорем. Ты запомнила какие-то приметы этих амбалов? Жан, не до этого было. А номер машины? Не до этого было. Так, ты рассказала им про Сергеева?
Кому? Полицейским? Да. Нет, конечно, ты чего? А Сергеевой знаешь только ты. Я даже Игорю не сказала. Это же важно, иначе это все выглядит, как будто двое случайных хулиганов напали на девушку. Может, оно так и было? Это не случайность. Это все связано. Ты и Сергеев, эти бандиты, квартира. Не знаю, я не уверена. И тем более рассказать полицейским про Сергеева – это нарушит договор. Ну вот, пришли ваши снимки. Все плохо, доктор? Да нет, наоборот. Все хорошо. Можно сказать, что вы легко отделались. Серьезно? Вы бы видели, каких нам пациентов после драк привозят. Но это же живого места нет. А вам грех жаловаться. Значит, я могу идти домой? О, какой вы быстрый. Сотрясением не разгуливает. Давайте вы у нас побудете несколько деньков. Там долечитесь, дообследуетесь, а потом так у меня уже... же ничего не болит. Но это не показатель. Значит так, отдыхайте, лечитесь. Назначение вам сделаю. Все, до завтра. Слушайте, мы еще долго будем в прятки играть? В каком смысле? А в смысле того, что на меня вчера напали. Прямо во дворе напали. Кто напал? Откуда я знаю? Какие-то двое парней. Они что-нибудь говорили? Нет, они ничего не говорили. Они просто схватили меня и попытались куда-то увезти. Но я вырвалась. Или вы мне сейчас же объясняете, что за балаган, в котором я участвую, или я собираю вещи и съезжаю с вашей квартиры. Ну, погоди, погоди, не пари горячку. Не надо никуда съезжать. Ну, так я жду объяснений. Я сейчас не могу объяснить. Я приеду, все расскажу. Но можешь поверить, тебе ничего не угрожает. Я устала. Сколько можно жить на нервах? Подожди, подожди совсем немного. А чтобы у тебя был стимул, я тебе зарплату увеличу. Сегодня же получишь на карту вдвое больше. Спасибо, конечно, но жизнь ни за какие деньги не купишь. Алло. Кто-то пришел. Ты кого-нибудь ждешь? Нет, я никого не жду. Тогда не открывай. Тебя нету дома. Но они же знают, что я уже здесь, они же видели. Не открывай. Телефон занят, дверь не открываешь. Кто звонил? Сергеев звонил. Говорит, чтобы я оставалась на месте, выполняла его указания. Предлагает мне деньги. Маша, одумайся. Так слушай, всего пару дней осталось потерпеть, зато ты выберешься из кабалы. Продержусь. Так, ладно. Но я буду приходить каждый день. И без меня даже носа не смею высовывать. Хорошо. На улицу. Кстати, я когда эти камеры искала, нашла ключи запасные от квартиры. Возьми их, и тогда тебе не надо будет каждый раз звонить, когда приходишь. А я сейчас к Игорю в больницу. Я с тобой. Хорошо. Ты на Игоря уже не злишься? Ты что, он мне жизнь спас. Вдруг это все подстроено? Кем? Но он наблюдал за тобой по приказу Сергеева или кого-нибудь еще. Ты его рассекретил, и тогда они устроили все это шоу с похищением, чтобы втереться к тебе в доверие. Жан, у него серьезная травма головы. Я с врачом разговаривала. Какой идиот согласится участвовать в таком шоу? Да, что-то ты быстро к нему отношение поменяла. Не влюбился на самом деле? Жан, прекрати. Ну а что? Он парень ничего себе так. Но мой тебе совет, будь с ним поосторожнее. Нет, я уже решила. Я все ему расскажу, как есть.